И еще о вакцинации. На Кубе начался последний этап клинических испытаний детской вакцины против коронавируса. В нем участвуют почти 300 несовершеннолетних. Своими переживаниями поделились самые юные участники исследования. Все подробности у Амира Хайдарова. Восьмилетняя Флавия Лемус очень удивилась тому, что, не успев досчитать до семи, стала участницей заключительного этапа клинических испытаний детской вакцины против коронавируса. Во время прививки девочка волновалась и сжимала руку своего папы. Родители Флавии говорят, что дочь сама приняла решение участвовать в испытаниях новой вакцины. У нас было семейное обсуждение, и дочь дала согласие. Она очень взволнована и чувствует важность решения от того, что может помочь другим детям. Я хочу пройти вакцинацию, чтобы в будущем мои друзья могли привиться и не заразились коронавирусом. Врачи говорят, что храбрости детей может позавидовать любой взрослый. Всего в исследовании участвуют около 300 юных кубинцев. Самым маленьким участникам эксперимента всего 3 года. Вакцина защитит детей от развития тяжелых форм COVID-19, а также поможет избежать заболеваний, которые могут сказаться на их развитии. Это очень важно для нас, как ученых. Промежуточные результаты уже доказали, что вакцина безопасна. Всего детям ведут 3 дозы с интервалом 28 дней между компонентами. По словам разработчиков, с итоговыми результатами они готовы поделиться с мировым сообществом, чтобы защитить несовершеннолетних от коронавируса. Амир Хайдаров, Хабар 24.